Всем привет! Сегодня раскрою эту банку. Ее надо, получается, или в микроволновке 6 минут, или 8-10 минут в кастрюле. И потом можно употреблять. Тут 800 грамм. Вот. Что это? Не знаю. Ну, я догадываюсь. Приготовил кастрюлю. Сейчас открою. Посмотрю, что это. Кто пробовал открывать одной рукой? Это я. Так. И наливаем в кастрюльку этот суп. Это какой-то суп. Сейчас я его нагрею и покушаю. Пахнет вкусно. Обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, напишите свой комментарий, как я распаковываю еду. Всем пока!